так, вот ищу себе человека, с которым можно пообщаться. Все такие интересные, все разносторонние. А вот есть парень с гитарой, давайте. Здрасте. Извините, я не помешаю вам? Нет. Не стесняйтесь, камеры это все. Он ходит за мной, постоянно меня снимает. Ужас какой. Ужас, да. Вот я выхожу из дома, он уже стоит. К нам многие участники приходят со своими музыкальными инструментами. Ты можешь мне вот сказать, например, почему твоя гитара лучше остальных? Чем она отличается? Что она видела? Где бывала? Если честно, я, конечно, мог бы выдумать что-то интересное, но это гитара моего друга. Дело в том, что моя в ремонте. Здравствуйте, меня зовут Алексей Левкович, мне 21 год, я из города Луганска. Ой. Даже не знаю, что тут такого интересного рассказать, что можно по телевидению показывать. Занимаюсь музыкой. Вообще я парикмахер по своей специальности. Иногда хочется пойти парикмахером поработать. Я хожу где-то полгода поработаю, потом мне надоедает, и я иду опять по музыке. Но вообще парикмахерское дело у меня больше как хобби, а музыка больше как. Не, на самом деле, я пару раз играл в переходе, ко мне уже два продюсера подходили, брали мой. Один, короче, сказал, открывай свой продюсерский центр в другом городе, сказал, и взял мои контакты. А второй вообще такой крутой дядька, идет такой на костюме, такой какой-то крутой, походу. Дал мне визитку, скажи, позвони, я продюсер. Толком ничего не сказал, говорит, у тебя редкий такой, типа, особенный тембр, говорит, позвони мне на следующей неделе, дал визитку. Мне кажется, мало всего добился, потому что дурачок. Добрый вечер, меня зовут Алексей Левкович, мне 21 год. Здравствуйте, Алексей. Скажите, пожалуйста, что вы собираетесь нам спеть? John Legend, All of Me. My mind driving me in and kicking me out. The world is
Алёша, мне показалось, вы очень сильно любили себя в этой песне. Вот вы потенциальный такой парень, которого могут любить девушки. Но для этого нужно им посвящать эти песни. Честно говоря, я серьезно представлял, что я пою девушке. Ну, может, вам так показалось. Ну, можно было не представлять. Здесь есть одна. Я намекал, прямо намекал, что, ну, подойди, может, я спой, не в его сядь вкусе. На пол. Вы знаете, я хочу поблагодарить канал СТБ за то, что мне поставили вот этот маленький телевизор, монитор. И вы знаете, мне наоборот показалось, что вы не занимаетесь самолюбованием. Мне понравился ваш такой взгляд с поволокой. Так редко, когда совпадает и внешность, и голос. Как-то все это органично. Для меня открытие. Но видите, то, что для вас было с поволокой, для меня оказалось самолюбованием, как для девушки. И вот тут опасность есть. Ну, вам лучше, наверное, знать, но мне показалось с поволокой. Окей. Спасибо огромное. Ну, артист же должен нравиться. Я думаю, девочкам понравилось. Девочки, как вам? Мы не вокалистов ищем, мы людей ищем. На сегодняшний день вы первый человек, которого я, может быть, взял с собой продюсировать. Вот. Спасибо огромное. Я говорю «да». А я говорю тоже «да». Вот так, да, вот так лучше. Я говорю вам, да, вы мне очень нравитесь. Я говорю, да. У вас 4 «да», вы проходите дальше. Спасибо большое. Молодец! Ай, молодец! Слушай, классно! Не-не, хороший. Из него реально можно артиста сделать. У нас вообще вот очень мало, а то и нет вот кумиров для девчонок, вот вообще школьниц. Нет. Вот нету вообще. Вот еще один портрет. Так выглядит счастье. Хочете першими дізнатися про ексклюзиви з влаштунками X-Factor? Підписуйтесь на наш YouTube-канал і буде вам щастя!